Всем привет, с вами Sony Electric и студенты. Мы начинаем уже... всем привет, ЖПК. Это Resident Evil 5, я готов. Да. Я хотел сказать, он готов. Выживать. Не, в принципе, Resident Evil тут, можно сказать, и выживаем. Ну да, особенно если максимальный. Так. Что, будем молчать на заставочку и будем что-то говорить? Ну да, мало ли кому-то сюжет интересен. Ну так, иногда можно, когда молчат все там ролики, вот как сейчас, например. Может, мне надо было звук погромче сделать? Я не знаю. Да, в первом ролике посмотришь потом, если что, сделаешь погромче. Ну, в общем, если кто-то смотрел СЦП, то этот похож на SCP-049. Чудной доктор. Только под маской он более няшный, чем в самом СЦП. Интересно, а кто-то ждал? О, бегом, бегом. Ездите в Африку. Там много ЧВ и вот такая мутатень. Нет, это такая фигня, что и делать с тебя ЧВ. ЧВ есть, это фигня. Ту-ту-ту-ту. Ну чё, будем молчать пока. В общем... Ну пока молчат, я скажу небольшой совет для тех, кто будет играть. Если у вас игрушка вдруг зависает и влетает, то запускайте в режиме DirectX 9. Это поверено. Если кому-то надо русификатор, то он есть в Steam'е. Сразу, не, имею в виду, если надо кому-то русификатор разводчики, пишите в личку. Да он в Стиме же вроде есть, ты же сказал. Не, я так сказал, в Стиме просто нету озвучки, только субтитры и все. Да они, скорее всего, и пак скачают, там уже не надо будет. Не, ну кто-то может у кого в Стиме хочет, имею в виду. Это Far Cry 4, короче. Ну, пока КАИС болтают всякую фигню, не очень интересную для сюжета, я сразу скажу, что к пятому обителю за выходило два DLC. О, вот это жопа. Одно из них причем сюжетное, такое мрачное, но они вышли только на PlayStation 3, к сожалению. Так что Саня их пойти не сможет. А второй там чисто мультиплеер. О, пункт назначения, короче, будет. Они, короче, их убьют. Ну, пункт назначения, теперь там для террористов просто рай. И американцы, они будут... На пункте назначения тебя убьют сам ЧВ. Кстати, ты видел пункт назначения все части? Да, пятое говно. Да. Сейчас четвертый уже как-то скатываться начинает. Да, я лучше спойлерить не буду. Так, это он вспоминает предыдущую напарника или напарницу? Да, напарницу Джилл Валентайн. Мы ее, кстати, встретим. Но не скажу, когда и где. В общем, наверное, иначе будет спойлер. Может, будет как у Глюка Файзека. Каждый год приносит все новые и новые. Я так думаю. Новые трагедии. Кстати, вроде за Джива мы же играем в Resident Evil Revelation, если память не изменяет. Еще в какой-то части, я не помню. Кстати, Саня играет за Шива, его сейчас пощупали за жопу. Сука. Саня заплатил Негу 100 баксов за то, что его пощупали. Получается, тоже одно этот... Я знаю, ну да. Шева. Почему два Сани и почему Шева? Кстати, есть модификация, которая Шеву заменяет на TX из Терминатора 3. Прикинь себе такое поставить. Ужас. Ну тогда Криса надо за... на... этого... на ТМ-101 модель, как его там, со Шварцем. ТМ-850, походу. Т-101 или что-то такое? Да, Т-101. А еще лучше чего? КПП. Того пожаловать на Одину ЧВ. Подожди, а можно как-то настройки сейчас? О, настройки. Мышку поставь сразу поменьше. Я звука хочу... Да, все слышно. О. К мышке, Саня, тебе говорю, привыкать пойдется, потому что да, это, блин... Клавиатура и мышь. Чувствительность на сколько? На 4, что ли? Сейчас, погоди. У меня тут есть, я скажу сколько. Давай.
А, у меня вообще на 10 стоит, ё-моё, блин. Я поставлю сейчас на 5. У меня стояло на 5. Сейчас, подожди, на 7 поставлю. Ладно, поставлю на 4. О, норм, мне норм. На 4. Мне на 8 норм. У меня потому что мышка геймерская. А у меня в принципе тоже. Ну, у меня на мышке еще чувствительность настаивается, но мне тут кликать лень. Do you you do, bitch? Do you do, bitch? Давай, побежали, тут особо ничего так, пока кстати, нету. Так, карту включить? М, да? ММ. Пирамида МММ, у нас она своя будет. Вы что, бьёте мешок? Это мой мешок. Это мой мешок. Это мой мешок с картошкой. Я за него платил 50 рублей в месяц. Сука! Кстати, вот что смешно, я вот сейчас смотрю DirectX 9 и вспоминаю 10, и разницы вообще никакой. А 11 есть разница? На 11 там модели приятнее должны быть, если тесселяция включена. Ну, более ровная все, округлая такую, скажем. В том числе и жопа твоя. Короче, мой стоп превращается в... О, зашибись осталось. Welcome to hell. Контр точка. Мне написано контр точка. Точка точка 4. 4 анальных точек. Ой, блядь. Я пока сзади на задницу посмотрю. Сука. Ну вот, оба здесь. Заходите. Ну вот, оба здесь. Заходите. Спенсер Маркус, это что, Маркус и этот, с этого, как его, с Терминатора? Сюда. Может, это... Хитман на пенсии. Почему у нас в каждом видео Хитман? Делайте то, зачем приехали, и удар... Не знаю, может это старший брат Хитмана? Не, это брат, это того, Saints Row. Абсолютный Али Баба. Абсолютный Али Баба. Новый агент. Абсолютный Абалек. Агент 008. Абсолютно скинхед. Так, сохранение. Ну нам ничего не надо, у нас все есть же. А как нажать тебя? Экипируйте как-то там. Е... А, F. Бронежилет, по идее, ты можешь взять, у тебя его нету в инвентаре. Да, нету. И как его? Меню предметов. Только можно. Пистолет не могу взять. И, чё, и бронежилет как взять? Ладно. Да потом купишь в магазине, там самое лучшее будет бронежилет. Главное не забывай искать в стенах и вообще просто запятанные камни, драгоценности. Их за деньги можно продавать. Сейчас такой прикол. В стене, в стене как я тебе говорю, можно выставить там сейчас руками. Мы уйдем, а тем уже дальше начнем фапать на мясо. Он не фапает, он там послевил дырочку и... Йо! Молчи! Молчи! Человека по имени Ир. И носом сует. Суд, хотел бы себе такие наушники? Не. На один надел и сразу базаришь, и все. Так есть же такие. Мне лень такие покупать. Я такой крутой, у меня сзади гранатомет вообще ништяк. Ты такой крутой, что у тебя даже жопы нет. I know. Валим. Блин, может чувствительность увеличить, да? Подожди, я чувствительность. Не знаю, я на 8 поставил, потому что на 5 мне мало. Сейчас сделаем как-то. А 7 мне не помню. Скажи, сколько мне. О, нормально. На 8. Да, я поставил на 8. Трупак. Это чей трупак? Не знаю и не хочу знать. Это, наверное, трупак бывшего чувака, который играет... Кстати, в будущем... В будущем будьте осторожнее. Тут в некоторых ящиках, которые... Ну, зашибись, ты сказал, он еще теплый. Я говорю, в будущем будьте осторожнее, в некоторых ящиках, бочках, которые сбиваешь, могут быть змеи и всякая фигня. Это я так предупредил. Так, только есть... Ящики разбиваем. На столе лежит труп животного. Это что, для какого-то обряда? Трава нужна? Трава? Вон, возьми, если хочешь. Не забывай, трава идет одному человеку, как патроны. Так что делить спейс.
У меня маленький... О, я... Упс. Я взял... Только деньги в общую кассу идут. А, ну, деньги это норм, если в общую кассу. Вот, того возьми еще одну, смешаешь. Ну, давайте... ну ладно. Смешаешь. Смешай, смешай. Нажми Е и пытавись скомбинировать. Есть такое дело. Все, пошли. Открой дверь. Open fucking door. Кого-то насилуют. Чего? В плюс shift. Давай. Давай, бегом! Давай, бегу. Спецназ, блин. Главное, у видео у тебя нету гранатомета. Не знаю, может он его прячет в всякие потайные места. Ё. Блин, мне что-то сразу мурашки по коже идут. Или, возможно, Крис еще почитал книгу, как спрятать в своей жопе больше 10 килограмм. Не знаю, сколько раз не смотрел этот момент, у меня все равно мурашки по коже идут. Ну, когда ему засовывают в рот. Ну и что, вот. Чё? Главное, что вот. Они в жопу. Ю. Выводы. Нехай нажать всякую дрянь. А то пойдет кровь с глаз. Это вирус, но лучше. Как ты там как-то говорил не раз. Но улучшенный. Или ранний. Ё! Всё? Всё? Ну, дробаш! У меня же дробаш прокачанный по максимуму, что ты хотел? This is из спорта. О, патрончики, патрончики мои. Да, кстати, не ругайтесь, то, что у нас уже есть какое-то оружие, потому что игра местами явно... Реально, вот геморройная настолько, ура, что это пипец. Ура, я выпрыгнул! И у меня не зависло, я счастлив. Так, давай, I'm so давай happy! Давай осмотримся, что ли. Ящики искать надо. Блин, как я еще не привык к этому. О! Ой-ё! Мамакуле! Уебуле! Валим! Бля, куда я, правда? Блин, тут, тут! Я не знаю, что я сделал. Бежим! Тут тупик. Нет, тупик. Можешь не бежать. Бежим сюда! Блин, там тупик тоже. Блин. Дайте пройти, чуваки. Ай-яй-яй-яй. Куда идти, я не пойму, блин. Ай-яй-яй. На помощь тут. Иду. Блин, мне хана. Подмога, не ссы. Гранатометом долбани раз и все. Я долбану. Ю. Главное, что friendly файла нету. Иначе бы я тебя положил. Блин, к мышке еще привыкать и привыкать. Валим, просто бежим. А то патронов не хватит. Полечись сейчас, полечись. Сейчас то, что волна будет большая. Как лечиться? Ой, либо на забитую кнопку, либо с инвентаря. Не забывай патроны делиться, мне патроны как бы тоже нужны. У нас патроны как бы идут. Это давай, на каждую поднести. Тут есть кнопочка дать. Не давай никому, кроме меня. Че, пошли? А, не туда. Надо дверь выбить вдвоем. Подожди, я сейчас... Давай вдвоем. Уменьшу, давай вдвоем, давай. А то я не могу. Мне на 6, думаю, хватит. О, да, на 6. Шева, давай. Шева, давай. Патроны теперь мне. А то у меня нету. Мало. Зашибись. Вниз. Сигаем. Ящики же. А, ну ладно. Как их разбить, что ты не мог? Удерживаешь пробел и ножом. А, понял. О, патрончики даже. Патроны с картечью. Это мне надо. А может, можно тебе как-то передать? Можно.
Как? Кстати, быстрый нож на Т английскую. Один ас. А, кстати, как тебе передать? Сейчас, погоди, спустись вниз. Спустись вниз. А тут добавь пока только у меня же. Дать. Все, я у тебя забал. Как последняя скотина. Так. У меня, кстати, в добаши 19 патронов. Прикинь, какой покачанный. Йо. Ням-ням. Прям. Погнали. Тава. Ща, я возьму, скомбинирую. Одну коробку патронов тебе, одну мне. Окей. Ща. Тау тебе. Сейчас тау скомбинирую. Погоди. Так, у меня есть еще две травы есть. Так что если что, полечу. Лечить я не помню как. Там надо выбрать траву на цифру именно. Подойти к напавнику и выбрать полечить. Либо если в шестой, вот еще рядом, если стоишь, тебе сейчас здоровье идет к тебе. В жопу засовываешь. Оу-е. Так. Стой. Не бежи быстро, не беги быстро. Можно пропустить много всяких полезных вещей. О, трава. Патроны. Бери себе. Смотри, сейчас крутой ролик будет. Это ЧВ. Это отец ЧВ. Вы полную чушь несете! Катитесь все к дьяволу! Подожди, это же наш. Йо, это чё за... Чё за нах? Суд, это кто? Вот этот сейчас топором будет за нами бегать. Ёка... Поимел на минут 10 где-то будет за нами бегать, и 10-15 минут надо подержаться до спасения. Зашибись. Второй вариант, я могу попробовать его грохнуть с гранатомета, но я не знаю, хватит или нет. Но я попробую. Эти... он сказал, они не смотрят чего? Заставьте их смотреть. Или засуньте им в жопу вибратор. Я думаю, если тут моношкафы двигать, то моношкафами все. Ну вот, выдвигай шкаф там, с другой стороны, я с этой задвину. Так, сейчас. Как двигать? Двигай. Удерживай F. Дверь, там, дверь запнуть, да? Да, завали. Дверь есть. Так, патроны коробка я возьму себе. Мне есть. Тоже надо. Потом тебе, если сейчас. Так, что тут еще? А, бутылку, то есть вот тут возьми, Саня. Папа, к дробашу, блин, ладно. Блин, к дробашу, да, бери. Там вот коробка, еще коробка, вон коробка. Где? Сейчас. Патрон бей к пистолету, бей. Ну, давай. Я прикрываю. Еще патроны. Старайся целиться в голову. Две патроны, пачка идет. Так. Лучше в голову стрелять, да? Да. Что за китаец тут ходит? Он без башки? Чё это за... Граната. Матуи. Матури. Так, нам надо, кстати, вываливать отсюда воли. Чё это? Зажигать на гранат. Может, ещё побудем немножко? А Иптал, наверное, у нас тут сидит сейчас. Вот видишь, сейчас одного выстрела бочку снимаю. Я вышел. О, денег взял. Патроны к пистолету возьми, Сань, вон. Патроны к пистолету. Сань, патроны к пистолету. Где? Блин. Спаси. Рядом с тобой патроны. Даю. Сейчас. Йо. Нам надо валить на улицу. Взял.
Я могу тебе дать патроны к дробашу, если что. Yeah. Если ты мне прикроешь. Йо. Не выдержал. К нам, кажется, этот стопалом идет. Все, я тебе дал. Блин! Быстрее, быстрее, пни его, пни ногой. Не забывай. К нам стопалом чувак идет, Сань, валим на улицу. На улицу валим. Блин, огонь. Блин. Где ты, где ты? Лечи меня, надо срочно. Все, валим на улицу. Быстрее, патроны возьми рядом со мной. Да блин, сейчас взял. Валим, валим, валим. Я буду пытаться... О, тут есть еще бочки, он будет стрелять. Да-да, надо попытаться завалить его все-таки. Нифига себе! Йо, вали, вали, вали. Блин, валим. Сзади зомби. Йо. Йо. Блин. Я жив, я жив. Не агония, блин. Блин. Зашибись. Ё... Бля. Ты что, меня убил? Да. Как я думал, Friendly Fire отключен. Зашибись. Ничего проблем? Я... О. Я говорю, это момент, когда геймовой очень, блин, так что готовься. Блин. Просто убегай от него. Готов, готов, жми. Давай я сейчас, подожди, я сейчас снаряжение. Соединю траву. У меня две даже. Ну тогда... Ладно, тогда это забью на... Все, я готов. Сейчас погодь, погодь. А, время еще есть, сейчас успею. Надо как-то его либо держаться, либо его завалить. Ты же как-то со завалить скиллом... сложно. Ты же как-то со скиллзом продержался. Просто бегали. Так, дверь. Мы задвигаем. Дверь. Задвигай дверь. Просто надо вовремя, надо успеть выбежать из здания, вот и вся суть. Окей. Так, патрончики возьму. Пистолет возьми. Ты там возьми тоже патроны. Я к дробашу взял. Знаю, граната, у-у-у. Пистолет возьми, у меня сану места нет. Окей. Не хватало тут два пистолета. Будет такой или нет? Не. Ты чё? Хотя в шестом эссиденте видели, за Леона можно два пистолета использовать. У-у-у. А только за Леона. Этот блондин, что ли? Да, в куртке, в кожаной. Гранаты, если есть, кидай к ним. Не стесняйся. Так. Упс. Ой, стена, отлично. Сейчас ворота как откроются. Хотя, знаешь что, я попробую на улице поваться. Давай сейчас сразу. Гранату. Или нет? Не, еще рано. Я на улице иду. Добавь патроны. Йо! Йо! Деньги, деньги. Главное, деньги. Еще что-то. А, деньги. Тут вали, граната. Сейчас готовься выбегать, когда это будет. Так, о, сейчас будет походу этот. Угу. Так. Давай в здание, в здание, в здание, в здание, в здание. Сейчас, 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 сейчас. В здании. Блин. Вали, вали, сзади, сзади, Сань. Йо. Валю, валю, валю. Вали. Блин, не туда пошел, зашиби. Ко мне, блин. Йо, он ко мне идет, йо. Блин. Блин. Может как-то гранату кинуть, что ли?
Да никак, блин. Я не могу выманить. Поклон... Ой, есть. Вали, Сань. Валю. Стой. Я уже все, я тут. Да блин! Сань! Мышка. Сань, блин! Иду! Валим, не стой, за мной! Блин, да тут, блин! Сюда, на лестницу! Я еще к управлению не привык. Че ты мне? Я сюда упасал, блин! Сволочь! Блин, чувствительность, это пипец, не привык. Йо! С крыши прыгаем, Сань, за мной. Прыгай на F. Валим назад. Где-то я его вижу. Есть? Тут до хрена все валяется. Где этот с топором? Он идет, я вижу. Завалил, есть. Ура, мы завалили пока с топором. Это НЛ вообще, я прикинь, сколько на него гранат потратил. У него что там лежит? Камень бей и подашь потом за деньги. А ты уже забрал. А он нам двоим идет, если что. Теперь главное подержаться. Сволочь. О, спасибо. Помог. Так, пистолеты патроны кончились, Сань. У меня только дробаш остался. Окей. Я взял траву. Ах ты сволочь. Ай-яй-яй-яй-яй. Че? Ты сам, в принципе, выбраться можешь. Ну да. Здание оббегаем пока, осмотрись, тут может что есть, может быть. Сейчас. Полезное. Вот я тут две гранаты нашел, например. Повезло. О, я нашел, где патроны лежат. Я нашел патроны к снайперскому. Я патроны к автомату нашел, правда, у нас его нету. Гранаты я брать не стал, они мне не нужны. Ай-яй-яй-яй-яй. Да куда ты? Я подорвал зомби. У меня 70 патронов к пистолету. Счастливый. Блин, долго тут еще. Хреново. Да. Зато можно будет что-то купить наконец-то. О! Патроны к дробашу, тут иди возьми. Еще я иду где. Блин, за мной тут чувак какой-то бегает. Все взял. Ах ты ж сволочь! Я деньги все подбираю. Так, здание еще одно, вот я не обследовал. Я говорю, по зданиям шастай, тут много чего может быть. Окей. Походим, посмотрим. Вот ко мне сюда иди. Да я в другие... Тут патроны иди. Вон. Я одну коробку тебе оставил. Ай-яй-яй. Блин, я не успел взять. А я взял патроны с картечью. А я все не успел взять. Чё, там коробка патронов и деньги лежали, блин. Хочу. Такую фигню. Ё. Кстати, потом дадут вроде. Эх, так бы бесконечно, как в Saints Row. А мы смотрим на жопу Шевет.
Все, ну, можно переучесть закончить. Чё? Это... Или нет? Давай не знаю. Закончу. Эту давай. Сюда. Короче, точность у меня 53, убил врагов 22, смертей 1, а... Время зачем? Мы за 18 минут записали, что ли? Или больше получается? Да ролики не забывай, видеоролики не забывай. А, точно. Ладно, с вами был Саня Электрик, студент, это был Resident Evil 5, это была глава 1.1. Скажи всем пока. Так, кок, жми. А, окей. Всем пока. Кок, всё. Сейчас, наверное.